Ассаламу алейкум, дорогие друзья, уважаемые собравшиеся. Как ваши дела? Как вы? Чё? Как туда-сюда? Порт Петровска, он говорит. Удар дальний! Сейв еще! И еще сейв! Через себя! Это что за момент? Это Кадив Руслан, который одновременно с тем, что является голкипером Порт Петровска, потрясающий момент! Из ворот вытащил! Тут, по-моему, и вар не помог. И гол засчитан сейчас. Тот гол, который, видимо, вытаскивался из ворот ногой. И автобуса контратака по-мауриньевски в МЮ, знаете. Порт Петров сейчас. Можно было пяточкой, знаете, вот эта ножница. Вот она как туда про... Еще раз ассаламу алейкум, дорогие друзья. Начался второй тайм. У него будет кто-то бить, как в первом тайме такое было. Он пробежал над мячом и ударили. Здесь уже сам. Удар дальний, как хорошо летел. Ну да, им и голкипер, да. И голкипер. Так вот, если о Порт Петровске говорить. Опять-таки, сразу после этой атаки. 47-й удар и штанга. Это... Угловой! И голосо! 2-0! Делает отрыв, ребята! Делает Порт Петровск отрыв. Автором гола является капитан команды. 20. Рисковать хочется больше, разумеется. На замахе. О-ля-ля, какой момент еще сейчас был. Расул. Отбор мяча чистый. Пас влево. Возвращает 47-му. Дальше пас и гол! Делает это Ахцах с передачи 47-го номера. Футболиста Ахцаха в штрафной соперника и удара Сена Асаева. На подборе снова Ахцах и дальний угол! Гол! Гол они это делают, этот стандарт выводит. Приносит второй гол и сравнивает счет. Бумаги все так и здесь. Девятка могла вырвать мяч. И что это? Это рядом. Та и добивание. Весь матч говорил сегодня о Гасанове Рашиде и...